بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. سورة شورى آيات 51 и ниже Аллах говорит بسم الله الرحمن الرحيم. И человек не в состоянии говорить с Аллахом, кроме как через откровение или из-за преграды, или когда Аллах посылает к нему посланника и внушает он ему откровение с его доизволения, то, что пожелает. Ведь он очень высокий и очень мудрый. Аллах Та'аля. То есть мы по сравнению с Аллахом ничто и недостойны, чтобы разговаривать с Аллахом, кроме как, вот здесь перечисляется, пророки, алейхим салям, получали откровение, или, как Муса, алейхиссалям, разговаривали с ним через преграду, и Мухаммад, Расулуллах, тоже во время Исра разговаривал через преграду. Или Аллах посылает к ним ангелов, посланников, которые им внушают что-то. Вот. Или Марьям, дочь Имрана, тоже так. Приходил к ней ангел и внушал что-то. «Вакадалика ухайна илека рухан» – «Таким же образом мы внушили тебе, о Мухаммад, салям, дух от дела нашего». Но здесь толкователи пишут, что это Коран Карим. Одно из названий Корана – это рух. Так же, как душа оживляет тело, так и Коран оживляет общество. Макунта тадри маль китаб, ты не знал, что такое книга, валяль иман, что такое вера, валякин джаальна гунура, но мы сделали эту книгу светом, нахди бихи ман наша, посредством которого мы ведем прямой дорогой, кого пожелаем из числа наших рабов. Аллах сделал нас из них. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ Воистине ты направляешь на прямую дорогу, о Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Дорогу Аллаха, которому принадлежит все, что на небесах и все, что на земле. أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ Так знайте же, будьте внимательны. Все дела возвращаются к Аллаху. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل من أمته اللهم اجعل من أتباعه اللهم اجعل من أنصاره اللهم اجعل من الذين يزورونه ويقرونه واحشرنا في زمرته واجمعنا تحت لوائه لواء الحمد وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نعظم بعدها أبدا
وارزقنا شفاعته وادخلنا الجنة معه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله عليه وسلم.